Всех приветствую на своем канале. Как говорится в той песне, когда скирдуем, когда идем домой, тогда, ну, в общем, кто знает, тот поймет. У нас 32-33 градуса жары, 7 августа, а мы стоим на ремонте. Не знаю, что-то косилка в этом сезоне мозги парит. Ну, в том году тоже было, но в том году зато погода была. Сделали и хреначили. В общем, как всегда, встретился нож. Нож не сломало, нож загнуло. Пришлось его все там вытаскивать, все разбирать и середину заново делать. В общем, все разбирали и обратно все вытаскивали. Все сделали, выехал полдня, прокатался, прокосил. Взорвалось мое колесо. Колесо взорвалось. Ну, вон видно последствия. До края поля я докатил. Ну и потом еще полдня меняли это колесо. Хорошо у меня было в запасе. В общем, приехал сюда. Это я утром начал. Какой полдня? Вечером я съездил, скосил клевер там, может, гектара полтора. И приехал, встал. А встал утром в часов 7, наверное. В 8 поехал косить. И полдевятого, в 9 я уже пришел сюда пешком, снимал колесо. Загрузили, поехали. Надо еще в поле забрать колесо. Не докосил там овес на Соколовском. Ну и вот такая вот получилась у меня грязь. Развалился подшипник привода жатки. Я уже разобрал, не стал. Ну, забыл снять весь процесс, пластину эту качания. Все заметил, все снял, все как положено. Сейчас буду вон забивать внутренний обой свала и ставить новый подшипник. Ездил с утра в Рамешке, купил подшипник новый. Сейчас покажу. Вот такой вот он подшипник. 22.06, или, ну, кто знает, поправит. 2.300, что ли, в Рамешках. Эти крышки по 50 рублей. А вот эта крышка в Рамешках 3000 рублей. Так что как-то вот так. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Смотрите. Так, диаметр руля. Хочу оплетку купить. Сейчас посмотрю на немку. 44-45 сантиметров. Так что вот такой вот надо. Так, вот такой у нас участок есть. Косанул. Сейчас встал, там два пальца загнул, поправлял. Ну, в принципе, сейчас сенокос будет весь такой. Травы нет. Вон, и тот, ну, этот, Иван-чай, и то слабо поднялся. Он здесь-то не особо всегда, но вот особенно байдак вот этот растет. Ну, Иван-чай, и всякий хлам. Ну, для овец-то нам самое то и оно, сено. Лишь бы вот этого пуха поменьше было. А так вот специально для овец и скошу его. Сейчас вроде будет какая погодка, надо в Усиловске все скосить. Так что как бы сейчас вот здесь до обеда все покошу. Потом, наверное, поеду на Соколовское. Что тут? Вроде косим потихоньку. Все. Времени нету, блин. Ну, это, конечно, отговорки. Но
как есть. Поедем, будет что интересно, покажу как бы. Вот так, вчера не было дождя и сегодня еще овес хочу скосить, получится его закатать, я думаю нет, на завтра его закатаю, если сегодня вот здесь докошу и поеду овес скошу, а вечером попробую овес закатать. Ну конечно планы наполеоновские, но посмотрим.